Посмотрите, пожалуйста, на этот контракт. Ну, скажите, что вы нашли по этому тему. А что тут сложного? Тут легко, мы покупаем и отдаем. Не написаны фотки контракта какие. Типа, смотри. Типа, мы покупаем. Ну, типа, он тут две указал, надо было одну. И сразу же отдаем эту же вещь, и еще и миллион отдаем. А может я откажусь от этого контракта? Мне кажется, он невыгоден. Что это, эта штуковина всего лишь, блин? Тысячу. Мы на самом деле все молодцы, все поняли. Вот я услышал, что, ну, во-первых, то есть эта штука стоит дешевле. Нет, тут никакого нарушения нету. То есть три цены. Есть цена, которая себестоимость товара, то есть сколько он действительно стоит. Есть цена, по которой я хочу его продать. И есть цена, по которой его готовы купить и купят. Поэтому в плане того, что я поставил цену миллион, вместо того, что он стоит, я никого не обманываю. Я просто хочу продать его за миллион. Что, я не имею права хотеть, что ли? Вот в жите он, может, столько не стоит. А будешь ты у черта на куличках, у тебя будет выбор. Либо там 50 прыжков делать к жизни лететь, либо купить вот его за миллион там, где он находится. По поводу цены вопросов нет. Это не обман. То есть я честно говорю, сколько он стоит. И вот если бы я, например, в комментарии написал, что 100 тысяч, а сам кидаю миллион, и надеюсь, что кто-то не заметит 3-0. Да. Тут как бы да, можно было бы меня обвинить в недобросовестности. Но в данный момент, что хочу, то и творю. А плюс к тому же, может быть, я ломаю цену на рынке, пытаюсь искусственно влиять на его стоимость. В данный момент это тоже рассчитано на невнимательность. Есть два пункта. Красным всегда отмечено то, что вы потеряете. Зеленым то, что вы получите. Суть в чем? Всегда народ обычно смотрит на вот эти два пункта. Красненькое потрачу, зелененькое там получу. А ниже вот эта таблица, где тоже красными, блядь, буквами написано что-то еще. Что покупатель вот еще заплатит. То не торопятся, либо может быть он с будуна там, ну не знаю. Я ну не посмотрел невнимательно, он принял все, да? Здрасте, приплыли. Мой контракт у меня нету в базе, прикольно. Да я специально цену такую выставил, чтобы не покупали, ну чё. Походу купили. Блять, принят. Что, кто-то из нас? Ек! Да. Похотрон, защита. Надо было принимать. Молодец, спасибо. Херди раскидывай.